Всем привет, дамы и господа, с вами Марина, это канал FIFA by Girl, приветствую вас. Продолжаем карьеру за манкунианцев, Уотфорд, Ньюкасл и Бернли, и открывается зимнее ТО, на которое у нас денег на нормальных игроков нет, с учетом того, что Санчо себя никак не проявил, забил один гол за полсезона, это вообще нормально, это, наверное, не очень нормально. Так, шестое место, все понятно, надо обыгрывать Уотфорд. Ну, давайте попробуем той же схемы поиграть. Все-таки эта схема мне ближе. Так, владение мячом и прессинг при неудачной обработке. Давай попробуем. Поехали. Так, снег. Понятно. Состав ясен. Давай, Маркус. Убей! Ах. Так, фол со стороны игроков Уотфорда. Ну давай, Бруно. Не, свиней надо было бить. Все удары блокируются. Сожрали меня эти ребятки. Ух, давай, Манчестер, надо их взломать. Да. Гол! Не офсайд, 1-0, Поль. Решил забежать. Молодец какой. Всегда так играл. Цены тебе не было. Ой, красавчик. И Вернер молодец. Так. Удар! 2-0! Даниэль Джеймс! Санчо на лавке пусть сидит и думает, что с ним не так. Да. Не хотела я его вообще изначально брать. Но у меня сначала дела не складывались, потом почитал комментарий, думаю, надо взять Санчо, наверное, вправо ребятам. А он мне не заиграл. Блин, да что же вы там запутались, а? Вот, почему у меня оголенная? Фух. Оголенные, почему мои? Центр защиты. Так. Третий. Третий! Шикарно! Полюшка! 3-0. Джеймс голевая, молодец. Так, Вернер у нас что-то поплыл, незаметен. Давайте его заменим на Марсиаля. Фернандеш отдохнет, выйдет Перейра. На месте. Фостер. Марсиаль пробил. Ну там еще мяч так неудачно отскочил, мне кажется, к нему. Как всегда, пропускаем гол. Декуре или кто там нас забивает? Смотри. Оп. Оп, и все, побежала. Его никто не кроет. Да, да.
Давай, Гринвуд. Мистер Эшвуд, да. Фол, конечно. Так, поль, надо. Ох, мимо опять, а. Хочется забить со штрафного. Ох, это просто что было. Тарковский бил. Обалдеть. Так, Перейра, убежишь? Да, четвертый Андрес Перейра, 1-4. Бразилец наш резервный забивает. Ну все, да, победа. Поздравляем Манчестер Юнайтед. На выезде обыгрываем Уотфорд. Погба, да. Сыграл прекрасно. Вся команда. Уотфорд явно слабее вас. Не сдавайтесь. Манчестер забивает 4 гола. Как думаете, матч мог сложиться по-другому? Нужно сосредоточиться на следующем матче. Мы на 6-й строке. Приблизились к Арсеналу. Так, что у нас там в офисе? Отчет. Патрик Сигмунд. Зигмунд, наверное. Отклонить. Вебер от... вообще. Пятизвездочный скаут. И смотри, кого они находят нам. Ну давай, но это, конечно, жесть. Это пятизвездочные скауты, да? Шарпентье. Подпишем. Потенциал неплохой, но цена сейчас не очень на него. От этих всех отказать. Вообще никого. Так, и в Англии. Ну, давай подпишем его. Нет. Александер. Вообще, 47-65. Это что такое вообще? Что это за рейтинги такие? Роха продан. Куда он там у нас уходит? В Дортмундскую Боруссию. Я в хорошей форме. Я подумаю. Поехали. Олд Траффорд принимает Ньюкасл. Сэр Максим, этот бешеный. Вообще его никто не успевает накрывать. Жесть. Один ноль. Да, 0-1. Эрик Бои удрал куда-то. Я даю им шанс, а они их не используют. Засчитали. 1-1. Отлично. Бруно Фернандеш. Дубровка. Я помню, как он тащил в первой игре. Отлично. С разворота. Какой гол? 10-й. Джонатан Так, кстати, мне нравится меньше, чем Эрик Бои, между прочим. Наверное, потому что он неповоротливый. Один, 2-1, точнее. 2-1. Подумал мы тут ненароком, что мы на выезде. У нас есть уже один неповоротливый Магуайр. Почему-то я подумала про Джонатан Та, а про Варана потом вспомнила.
Третий. Третий гол. Поплыл Ньюкасл. Браво, Бруно. 11-й гол. Там вообще, я думал, голевая на Решфорда пойдет, но... Так тоже вышло супер. Нет, здесь не получилось. О, что ты сделал, Давид? Я думал, ты уже все в ворота. Это как так? Что за скрипты такие? Просто чуть себе в ворота не забил. Решай. Да уж, решил. О, ну это хорошо было, но вратарь на месте. Да блин, да страхуйте вы его. Давай, Дехе, спасай. Красавчик, Дехе. Жесть. Да что такое-то? Это что, в рамках правил все? Ужас. Не глядя, Марсиаль увидел. Давай. Дубровка. Удар. Четвертый. Даниэль Джеймс. Молоток. Валить. Да, Джонатан Та. Ну ты здоровяк, которого уронить легко, а. Бои, куда побежал, я не могу это объяснить, правда, ребят. Это необъяснимое что-то. Просто необъяснимо, но факт. Удар. Пятый. Антони Марсиаль головой забивает. Так, давайте замены сделаем. Решфорд капитанит у нас. Пропустила я этот момент. Так, Марсиаль. Перейра справа. Гринвуд в нападении. Нет, Гринвуд вместо Решфорда. Угу. Да, Гринвуд, Марсиаль, Перейра. И Погба уйдет. Мактоминой побегает. Все. Отлично. 5-2. Я думаю, это должна быть уже победа. Какой гол у Марсиаля? Четвертый только. Надо еще забивать, Антони. Мактоминой, ты не догонишь сын Максима. Или как его там, сын Максимен? Да блин, да как так? Мы, короче, Далот никто не может спасти этот фланг. Далот вообще убежал. Третий нам забивает. Жесть какая, а? Альмирон. Третий гол.
Опа, Скотти, шестой. Супер. Молодец, молодец, Скотт. Бруно голевая. Ё-моё, теперь мы отскочили. Здесь нас накрывают. Спасай Дэвида Хея после удара Джо Эллингтона. Давай, Манчестер. Ну, много пропускаем. Вот такая вот у нас. Такая непруха у нас. Андреас. Седьмой. Просто. Мы, по-моему, уже выигрывали. 7-4, да, мы выигрывали. Теперь 7-3. Поплыла оборона Ньюкасла окончательно. И посмотрите, с этого фланга, между прочим, с нашего правого, много голов и пришлось. И прострелов. Перейра, кстати, в прошлом матче на последних минутах забил. 7-3. Поздравляем манкунианцев. Фернандер сегодня стал следующим героем. Команда сыграла прекрасно. Юнайтед и Ньюкасл явно слабее вас. Ну какой совет? Не сдавайтесь. Вы снова выиграли, скажете. Заслуга игроков. В общем, все как обычно. Никого не будем ругать. Не нужно часто. Ты пригодишься в нужный момент. Я действительно ценю. Так держать. Отлично. Кого нам надо? У меня есть вот пацаненок молодой. А, просто двух. На 10 пунктов? Да, ребят, когда я это сделаю? Ладно, давайте потом этим займемся. Я одного-то качаю. Тут два. На 10 пунктов. Тоби Райт. Вот, это Максимилиан. Каспер. Пусть пока здесь развивается. Я его качаю и так. Давайте еще кого-нибудь выберем. И выбрать-то некого. Пусть они там, блин, интересно. Интересно они. Когда они просят это сделать? За сезон? Краткосрочные. Классно они придумали. На 10 пунктов. Так, мы на шестой строке. Бёрнли. Бёрнли, они тоже очень сложная команда, на самом деле. Но мы это выкинем из головы. Будем учитывать, что они на дне. Торф Мур принимает Манчестер Юнайтед. Вперед, манкунианчики! Чилвелл, это куда ты отдавал? Блин, да что ж ты провалил-то? Ну почему ты провалил, Чилвелл? Просто провалил два раза. Свой фланг. Эшли Барнс. Один-один. Даниэль Джеймс. Момент просто. В момент сравниваем. Джо Харт не ожидал, да, такого поворота событий. Так, давай Манчестер. Пятый гол Джеймса. Молоток. Этот Бёрнли вообще крайне неприятная команда. Но ничего, мы справимся с ними. Тимо.
Блин, меня как играет, здорово. Мне казалось, он вообще пинок дал. А мы фалим. О, это было опасно. Погба фалил. Ладно. Ладно тебе, судья. Чё ты начал? Борьба обычная. Да блин, сейчас красный получит вам Бисака. Фух, желтая. Фух, нас пожалел судья. Нам за меньший фол давали красную. Давай. Да как? Девятка от Бруно. Красавчики. Красавчики. Один, два. Ну-ка. Да почему ты снова в офсайде? Там же вроде не было его. Где там лайнсман увидел его, а? Опа! Опа! Да это просто красота, Джеймс на Погба! Где-то мы уже это видели. 1-3. Вложился, так вложился. Да, это что-то какой-то глупый был гол. Ну ладно, дыхе. Все, 3-3. Трэш, просто трэш. Блин, а ну как так, а? Ну что ж такое? Так, Решфорд сюда. Сюда Санчо пойдет. Ох, ох, дела. 3-3. Поплыла защита. Да блин, ну конечно он один вон стоит. Да. Ну куда ты так отдаешь? Не на того отдал, да хе. Чуть поплыли, ошибки-то какие-то понеслись, а? За несогласованность действий. Погнал. Пенальти. Так, кто будет бить? Погба. Давай Решфорд пробьет. Крис Лонг фалил. На Джейдоне Санчо спалил. Давай, Маркус Решфорд. Ну, конечно. Три, четыре. Маркус Решфорд. Красавчик. Четырнадцатый гол Маркуса. Мы помним, как он 6 забил. Давай еще, Маркус. Надо забивать еще. У нас еще есть замена? Одна, по-моему, есть. Да. Мейсон Гринвуд. Сюда. А Решфорд слева. Джеймс отдыхает. Три-четыре. Мы обыгрываем на выезде Бернли. Много пропускаем, все как обычно. Оборона моя.
Не тащит. Ну ладно. В этом выпуске три победы. Здорово. Опять те же самые, что были. Матч был равным. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Да, так и есть. Все сыграли здорово, короче. Барс сегодня был одним из лучших. Мы просто играли свою игру. Максимально настроили Манчестер. Пожалуйста. Да, мы на пятой строке. У нас будет в следующем выпуске битва против Арсенала. Сейчас приблизим. Так, ежемесячный отчет. А, ну это мы уже все видели. Охара. Охара у нас на трансфере же стоит, правильно? Да. Деньги нам тут добавили. То, что мы продали некоторых игроков. Надо Санчо продавать. То есть Санчеса. Алексис, который. В следующем выпуске у нас Арсенал, потом Кубок Англии 1-32 против Блэкберна и Норвич. А мы на кого попали-то? ПСВ. Боже мой, только хотел сказать, что не хотелось бы попадать на голландцев. Рома, Вулвергэмптон, Рейнджерс, Дортмунд, Боруссия, Манчестер Юнайтед, ПСВ, Генк, Лацио, Галатасарай, Севилья, Вольсбург, Олимпиакос, Рен, Мюнхен, Гладбах, ЦСКА, Порту, Айнтрахт, Франкфурт, Динамо, Киев, Шахтер, Донецк, Торино, Копенгаген, Арсенал, Бешикташ, Сент-Этьен, Спортинг, Лион, Мидтьюланд, Хетафе, Трабзонспор, Аякс, Байер, Испаньол. Да, ПСВ. Будет непросто. В феврале у нас с ними игры. Задачи, говорит, не выполняются. Ну, давайте вот этого Каспера переведем. И вот этого Ван Ден Лидена. Двоих перевели. Нам сказали, что перевести и работать с ними, да? Ну, будем качать. Ну, 10 пунктов, это жесть. Так, вот этот парень подает надежды. Будем его качать. И вот этот парень подает надежды. Отлично. Три звезды финтов, слабая нога 5, шикарно. А у тебя 3-4. Так, подожди, не тебе, вот. Разгон 7-6, не самый быстрый. Да, не самый они быстрые. Ладно, будем качать этих пацанов. Ну, конечно, это очень сложно на 10 пунктов. По-моему, они какие-то руководства, какие-то нереальные цели нам ставят и задачи. Да, вот этих ребят бы приобрести, но денег пока что нет. Всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свои комментарии. Всем пока. Ахва. Болейте только футболом.